Какая я мать? Какая я мать? Я пойду! Пойдешь! Кажется, мама Тимофея. Агата, скажите, как вам удается быть и матерью, и актрисой? Да какая же ты мать? Примерно такая же, как и актриса. Я хочу в родительский комитет. Давай, Тима! А я чувствую, попахивает жареными курочками. Хоккей – это про характер, про силу воли. Мам, пожалуйста. Иногда имеет смысл дать себе пару часов погрустить, нежели говорить, значит, так и надо. Ну, мудрость от Валеры. Намасте. Ну, а если ребенок не доел макарошки, ты ж не будешь выбрасывать? Mm. Это вот включается режим «помойное ведро». Какая я мать? Вы скоро узнаете.